Начало приключений. Так, всем привет, с вами Brain First, и я сейчас начну писать прохождение к игре Pokemon Pearl. Игра довольно неплохая, и я думаю, заслуживает того, чтобы делать для нее качественное прохождение. Сейчас посмотрим опенинг. Красота-то какая, неописуемая просто. Итак, Pokemon Pearl, прохождение Brain First. Итак, что нас просит? Типа, привет, рады вас видеть, этот мир полон покемонов, и типа, главный покемастер это профессор Роун. Кстати, я не в курсе, Роун это вроде тоже какое-то дерево. Или нет. Ладно, так или иначе, он просит нас, ну, для начала приветствует нас в мире покемонов, там что-то просит нажать на покебол, но мы это делаем, потому что просто так он нас не отпустит. Ага, все отлично. Ла-ла-ла, там что-то люди и покемоны ходят вместе, ну, всякую ерунду, короче. Лучше на уши вешает. Лишь бы мы не уходили. Итак. More Pokemon. А что-то ла-ла-ла. Так. Так. Может просит рассказать о себе. В прошлый раз я играл за парня. В этот раз сыграю за девушку. И назову ее, как вы думаете, как? Конечно же, Дон. Дон. Красивое имя для девушки. Если у меня будет дочь, обязательно назову ее Дон. Вот, ну конечно, да. Просит назвать, сказать, как зовут его друга, но мы не расколемся и скажем, что его зовут Томми. Милый мальчик Томми. Да. Окей. Хорошо, да, он, ты готова, типа, пили покемонов? Да, я готова, мой господин. Типа, открывайте местность, там, ла-ла-ла. Ну, всякую фигню, короче, написал. Блин. Зачем вообще у нас было столько вещей говорить? По телеку, конечно же, идет Дом 2. Это очень интересно. Опять Май подрался с солнцем, судя по всему. Да. И Ксения Собчак, и Ксюша Бородина все скачут, но обязательно, это же любимая программа Dawn. И она каждый вечер в 21.00 смотрит эту программу и ходит по дому. Итак, что нам нужно сейчас делать? Вы, наверное, в панике, что случилось, где это? На самом деле, все очень просто. Выходим и смотрим, какие нам вещи дают. Это сумка. Заметьте, что в этой игре довольно много отдельных кармашков для специальных вещей. То есть вещи, медикаменты, покеболы, ТМХМ,
ягоды, почта, боевые предметы и главные предметы. Также в тренер-карте не осталось места для значков, теперь они в специальном бейдж-кейсе, что, конечно же, радует. Опции я тоже постараюсь изменить, чтобы болтовни было поменьше. Я мог бы побольше вам рассказать о ней. И сразу палимся на маму. Дон, как ты могла? Там, вчера я видел тебя с тремя парнями. Мама, это неправда. И вообще, что за фигня вообще? По телеку, видимо, вторая серия Дом 2 идет, судя по всему. Ну ладно. Что такое? А, да, типа, сбеги к своему дружку, там что-то оставил тебе. Ну что ж, время вечернее, сейчас мы пойдем и гостим нашего друга. Чувак явно не в себе. 1 миллион платят за Геродоса, вау. Что-то он забыл, ну ладно, сейчас спросим, что он забыл. Что говорит его мама? Да, мне совсем спять, он уже пропил всю нашу посуду и наркоманит каждый день, шприцы во всем дому валяют. Какой кошмар. Ну ладно. Что-то он там нюхает себе по всему. А, ну да, типа. Уже типа 10 миллионов долларов. Ну конечно, то последний, то вонючка, судя по всему. Поэтому мы не будем от него отставать и сейчас же... Пойдем за ним. Дорога 201. О, привет, как дела? Ты видел там передачу? Да, я видела. Угу. Типа, че, давай, лови Гератоса. Он, кажется, у нас на озере. Типа, пошли со мной, я один боюсь. Ну ладно. Раз уж он такой трусливый, прячется за женскую спину, я просто в шоке, да. Ура, типа, пошли на озеро.